И наноси. Держи, 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 держи. И смотри, твоя задача вот полностью пропитать основание. Как пропитываешь, тогда берешь, сдвигаешься. Угу. И вот так вот постепенно движешься. Задача вот это расстояние отрегулировать, чтобы у тебя как бы и не сильно ручейками, и ты понимал, что это. Но видишь, в принципе, не очень сильно впитывает, удобно. И я предлагаю, смотри, посмотри, как вот здесь будет. Вот, да. Потому что видишь разные стены. Смотри, смотри, ты видишь, насколько больше берет? Держи. Держи, держи, держи. То есть видишь, как здесь нужно будет интенсивнее грунтовать? Здесь вот эта штукатурка берет больше, чем керамзитобетонный блок. То есть вот оно грунтование, видишь? До полного впитывания основания, чтобы уже все, больше ничего не брало. Чтобы понимать задачу. Пошли дальше, посмотрим за углом, где керамзитобетонный блок. Потому что у нас основания все разные. Чтобы ты сразу уже понимал задачу, как чего делать. Держи. Видишь, сколько сосет? Держи, держи, держи. Видишь, насколько разное все? Просто если ты раньше прекратишь, основание будет продолжать сосать и будет высасывать из клея воду. Да. И клей не наберет свою марку, просто высохнет между пенопластом и стеной. Поэтому, видишь, вот это все нужно... Вот жди, еще жди, держи. И вот шов как попадаешь, видишь, ручейком прям. Да. Видно сразу, что разная впитываемость идет. А здесь уже начинает ручеек какой-то. Так что на керамзитобетон уйдет до хрена. Да, в несколько раз. Ну что, возвращайся туда. То есть понятно, да, задача? Ну а сейчас поднимайся наверх, начинай с самого верха. Смотри, нам сегодня главное... От края вот этого окна грунтуй и двигайся потихоньку прям по самому верху, вот так вот. Пусть она прям льется до земли, понятно, да? И вот так вот идешь, 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 прошел, 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 прошел вдоль стены. Доходишь до края вот этого окна. Потому что вот с этой штукой она очень слабая. Нужен жук, вот который на аккумуляторах. Потом спускаешься примерно на блок и идешь в обратную сторону, также медленно-медленно. Ты сам будешь видеть, как ручьи потекли, как ребята называют пальцы. Как пошли пальцы, можно сдвигаться. Понятно, да? Все, поднимайся наверх туда. Продолжаем подготовку к приклейке основания. Наносим проникающую грунтовку церезита 117 распылением 1 к 6 с водой, смешиваем ее, пропитываем основание. Ребят, рисочки сделали, вяжи шнурку вертикальную. Наверху 16, внизу 13. 11,5 получалось. А? 11,5 получалось. Если 11,5, отодвигай. 13. Чтобы у тебя здесь был 13. 13, да? Да. Ну, 1,5 сантиметра. Отодвигай, отодвигай сразу. Ребят. Ребят, отодвигай шнурку, потому что это, он говорит 11,5 внизу. Не 13. Ты где меряешь? В каком месте?
Смотри, мерить вот здесь нужно. Вот здесь. Там тебя не интересует. Ребят, подвесьте шнурку еще. Ты не по этой меришь, а меришь здесь всегда. К стенке прислони угольник. С этой. Там есть лиленька, есть угольник. Вот так, 13. Во. Вот так. Во, да. Нормально, все. Вот. У тебя лиленька. Сколько наверху там? 16. Да. Вот лиленька. А что у тебя говоришь, больше. Это меньше был. Чуть-чуть, сделай 16,5. Лиленька, на макерак, мана, шам лиленька, к угольникам. Возьми вон линейку и все, удобней. Зачем купили тогда, если не использовали? Правильно? Конечно. Давай. Сгачай, не могу. Вот, угольный. 14. Стой. Чтоб перпендикулярно, видишь, да? Сколько у тебя там наверху? Ну, где-то больше 16,5. Вай. Ставь 16,5, будет нормально. Сейчас точно поставь. Ага. Ну, примерно не надо. 17. А? 17 точно. Перпендикулярно идет. Сколько у тебя сейчас? 13,5. Поставь 16,5 наверху. Мы и так и фиксируй. Да, тогда тоже 16,5 было. Ну, он сейчас это и будет нормально как раз. И отмечаю это. Где здесь будет? Все. Сверху и снизу. И дальше убираешь и натягиваешь шнурку. То же самое делаешь с той стороны. Ну, вот так, да? Нет, это ты очень далеко. Вот она у тебя где-то будет. Блин, у тебя вот то, что поставь. Вот так, да, где-то? Не, блин. Вот такой еще кривой. Давайте тогда верхний тогда чуть-чуть этой согнем. А она отвесит, подходит туда. Этому. Давай. Вяжись. Да? Вяжись. Они. Готовим грунтовку для второго захода. 1:4 с водой. А здесь продолжаем нанесение. Привезли на аккумуляторах. Это вот 1:6. Грунтуй дальше просто, чтобы вылить эту грунтовку. Аккуратнее окно. Лучше окно уделаешь. Ниже сейчас прогрунтуй. Все. А, кончилось, да? Давай 1:4. С аккумулятором все быстрее и проще. Проходим второй раз 1:4. Там, где прогрунтовали уже первый раз 1:6.
Видишь, уже идет такое проскальзывание. Меньше берет воды. Пальцы идут, так называемые. Видишь, прям ручейками сверху донизу пойдет сейчас. Поэтому у тебя сейчас грунтование будет в несколько раз быстрее, чем первый раз. Ну и потом, как прогрунтуем, пройдем еще один раз, один к двум. Там чуть-чуть совсем. Когда один к двум, чуть-чуть. Пшик-пшик, все. Чтобы не создать на поверхности пленку. То есть нужно пропитать, но пленку не создать, чтобы не было глянца.